Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. Расскажу, как вкусно и просто приготовить картошку в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 1 кг 100 г картофеля, 100 г сливочного масла, 4-5 зубчиков чеснока, все зависит от размера. Лучше взять побольше чеснока, картошка получится более ароматной. 50 г сметаны и зелень. Я взяла укроп и петрушку. Картофель нарезаем крупно. У меня не крупная картошка, поэтому разрезаю ее примерно на 4 части. Если она более крупная, то на 6 частей. В чашу мультиварки выкладываем картофель, выкладываем сметану, масло нарезаем кусочками, добавляем измельченный с помощью пресса чеснок, все хорошо перемешиваем, соль добавляем по вкусу, я чуть больше, чем чайная ложка, добавлю соли, и еще раз все хорошо перемешаем. Зелень будем добавлять уже в готовое блюдо. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка 45 минут. Через 30 минут картошку можно открыть и помешать. Режим выпечка 130 градусов. Итак, прошло 45 минут. Картошку я перемешала минут за 5 до окончания. Так сказать, чуть-чуть проворонила время. Но смотрите, она не подгорела. Она получилась вот такой румяной и очень аппетитной. Аромат чеснока разносится по всей квартире. Добавим свежей зелени, укроп и петрушку. Картошка напоминает по вкусу жареную картошку. Она получается очень вкусной. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!